А сейчас я для доклада предоставляю слово Владимиру Карловичу Карпову, доктору философских наук, профессору высшей школы экономики, члену коллегии журнала «Вопросы философии», а вообще-то нашему известному философу и писателю. Микрофон поближе. Thank you.
переменном разделе крупного журнала «Личные записки», раздел «Философия». Действительно, не только в личных записках, во всех других журналах всегда были пересказывания, приложения текстов то Шеллинга, то Гегеля. На этом, собственно, я уже говорил, что сами критики, там, типа Белинского и прочее, они занимались тем, что перелагали на русские мотивы немецкую философию. И, надо сказать, именно те, кто умел это делать наиболее достойно и популярно, были наиболее читаемыми. Краевский сам не был столь крупным мыслителем, так скажем, даже свой упомянутый Белинский. Белинский был, конечно, поэнергичнее, поострее, посильнее. Но тот же Белинский первоначальный записки издается трудами трех человек. Краевского, Тахкова и моего. Вот если бы не было нас троих, не было бы этих записей. Собственно, Краевский философ, Белинский, ну, около философский человек, через спокойно получивший их после воспитания. Вот. Ну и Тахков, философ, шеллингианец, как ты совершил, как известно даже, вот в доме Шеллинга, очень плотно изменился своим дочерью, вот такой замечательный человек, который потом сбежал вовремя. Вот. Тем не менее, вот три человека, которые работали на русской, ниве русской журналистики и создавали русскую журналистику. Уже упоминалось о Булгарине и Гриче. Если бы это Булгарин и Гриче, то Булгарин особенно, который больше всех попадал на Краевского. Эта фигура была, конечно, невыносимая совершенно. Он, скажем, такие доносы, которые замечательные. Он пишет все равно через, что Краевский осмелился ругать Жуковского. Наш удар классический, как мы все знаем, в советские времена. Это Жуковский, автор гимна «Боже царя Краю». Как смел учиться не потому, что Жуковский хороший поэт, а потому что там перевел Одиссею, автор гимна государственного. На что даже император написал запретить Булгарину впредь о таких вещах писать. Но и это было бы хорошо, но ситуация складывалась следующим образом. Вот Алексей упомянул о Герцке. Он хотя бы привел Краевский не только письма будущего Негорода, но и вещи, названные была более интересной для них, но причем это тоже отличные записки, именно для таких науки и журналов полиции. И Краевский умудрился, поскольку тиражи сложили, выкинуть журналы с керсовскими изначениями по дешевым ценам власта свободы куца. Следующие вещи вообще уже нравятся, так мне не нравятся.
тексты, берет проект, печатает дальше слово выступающего, начинает записывать. После чего, ну, как мы знаем, Достоевский сам начинает издавать журналы, которые как бы обходятся без помощи Краевского, хотя Краевский вернул его назад в русскую культуру, в русскую литературу. Вы понимаете, что это даже ссыльного, после запрета, почему же был смелость и вкус. Yeah.